Всем привет, с вами Вован, вы на канале Санчес и Вован. И сегодня это начинается супер влог про нашу с Санчесом поездку на барахолку. Сейчас время 6 утра, так вот у нас все на улице. И сейчас мы уходим на барахолку, забираем Саню, садимся на автобус и фигачим в конец города на барахолку. Будет интересно, поэтому большой пальчик вверх. Погнали смотреть. Возьмем, короче, донат Саньку. Пацаны, как вам идея для проекта? Может прям замутить? Но она, по-моему, вид имеет. Она прям очень лютый вид имеет. Жига-пушка. Редкий Ford Contour. Жалко, что его не делает шабок. Потому что в коллекции со Scorpio, Orion, Messier он бы смотрелся просто обалден. Вот он какой. Ну, прикольный автомобиль, прикольный. Жалко, что его нет. От шабок, но тем не менее, вот он какой. Мы нашли первый наход, и мне кажется, что вот это что такое? А это, между прочим, ай, больно, ё-мо. Это сайковский, кстати. Наверное, кинсмартовский. Прикольно. Ну и Кама. Но я взял Каму, на самом деле, и Порше. Но это, смотря сейчас, кто будет. Кстати, вот у этого прикольные колесики. А где продавец? Чекайте, просто приборочка. Офигеть, она огромная. Она тяжелая, кстати, очень, на самом деле. Какие-то убитые кузова, какие-то убитые. Ничего, к сожалению, целого нет. Блин. Посмотрите просто на размер этих скопов. Они, блин, с ногу мы ее, охренеть. Необычная модель. Ну вот и до. От 100. А почем у вас малыши? Малыши, давай по 20. Жига хорошая. Мой любимый счетчик. Да. Это Porsche TRMZ City. Но, кстати, иди сюда, Санек, подожди. О, нифига, вот это вообще. Такая была. Я тоже такая была. Похожая на что. Слушайте, экскаватор, он какой-то офигенный. Это желтая была. А сколько он стоит, интересно? Наверное, он чей вообще? Ну, я, кстати, так же спойлер отвалился. А, понял. Фигня какая-то, ну это фигня. А вот экскаватор, смотря сколько он стоит. Что у нас по модели? Резинку неправильно одели, там же резинка, она так все. Вообще было. Это Бураковская, да? Так, блин. А что я хотел? А что это? Молодец. А я хотел 2.53 посмотреть. Да. Понял. Мельный уже нет. Вот это и вот это. А, стоп, это не то. А где то? И вот это. Англия 70-е года. Офигеть. Он поломанный, но офигенный. Смотря сколько он стоит. А где продавец? Я здесь. Просто осталось одной. Три штуки у меня было, а это четвертая. И сколько сразу стоит? 50 рублей. Возьмите за 30. Будешь брать? Нет. Саня тут себе приобрел рублей. Красоту. Этот танчик на 27 МГц, радиоуправляемый, масштаб при... Ну, короче, с модели, наверное, 1.32. С моделью автомобиля, а к танку, не знаю, наверное, масштаб, может, 1:60. Очень крутой танк вообще. Прикольный выглядит. Очень интересный жук. И газелька, но жук мне больше нравится. Там больше ничего нет? Там, походу, больше ничего нет. Знаете, там пэт пятнашки. Санек себе приобрел вот такой жучок. От Кисмарта в леопардовой окрасочке. Очень красиво выглядит. Кисмарт не был такой в окраске зебры. Мы, короче, решили ехать на вторую барахолку, которая находится в другом конце нашего города. Поэтому сейчас мы пойдем кушаем, купим покушать и пойдем на ту барахолку. До встречи. Очень оригинальная вставка выхлоп. Просто у Логана вообще четко.
так выглядит печалька. Саня разобрал танк, а там, блин, аккумулятор. Просто что? Блин, это вот, вот это реально обидно. Тем более аккумулятор такой еще, как бы, да, который фиг еще может зарядить и фиг можно еще найти, поэтому такой себе. На 32-м Skyline, который он, кстати, сам делал. Делай бэкворд. Сейчас. Да, кстати, всем привет. Да. Саня очень люто умеет делать бэкворд. Просто очень люто. Короче, Саня красавчик. Понятно. Саня разучился дрифтить. Библиотека имени Лермонтова. Следующая остановка – детская библиотека. Thank you.
остановка. Нет, я его не нужно увидел. До следующей барахолки. Короче, мы пошли на следующую барахолку. Шаурмой пахнет, бро. Шаурмой, да. Товарек шаурмой, короче. Мы пошли на барахолку. Вот это. Да, такой вот, да. 320 просит, да? Да, ну я, если приедете, потому что...